вот, ехали на рыбалку, ни о чем не думали, и тут запахло бензином. Течет бензин из-под прокладки карбюратора. Герметика у нас с собой нет, да и смысла от него нету. Вот. Вернулись обратно к соседу и сняли у него карбюратор с движка. Сейчас мы его попытаемся поменять, поставить вместо нашего. Продолжение следует. И вот мы все-таки добрались до этого чудного озера. Вода прозрачная, белая вообще. Ты видишь дно, да, Андрюх? Андрюха, я туда поплыл, на тот берег. Где? А, ясно. Андрюха там с Павычем вдвоем в стороне. Ну, в стороне вон там водки отдельно. Подо мной тут окуней стая стоит. Они ну я еще ничего не поймал, но у меня выход был, щуки. У нас, короче, приключения такие, у нас прокладка у карбюратора потекла. Не, мы вернулись к Андрюхе, у него такой же двигатель. Сняли у него карбюратор вместе с прокладкой, поставили и поехали дальше. Да, да, чтобы не мучиться там с прокладками все. А? Ну у него там запасной двигатель стоит старый.
Это озеро Черное. Возвращаясь на Белое, думаю же название. Не такая уж и черная вода. Тоже довольно-таки чистая, прозрачная. Чуть-чуть потемнеет. Вот сломались, нас тащут. Приключения продолжаются.